Такого в театре кукол еще не было. На сцене постановка для зрителей старше 16 лет. В одном действии соединены и современные видеоиллюстрации, и 3D-графика, и хореография, и яркие костюмы. Зрителя такая картина завораживает. А сами актеры признаются, в таких обстоятельствах работать непривычно. Когда есть живой партнер на площадке с тобой, ты можешь с ним работать, и он там где-то может подождать тебя, если ты вдруг там что-то забыл или там где-то подловить, помочь. А с компьютером тяжелее. Тут нужно очень точно знать реплики, очень точно знать отрезки времени. Сергей Тульский – исполнитель главной роли, программиста Макса. Из-за собственного эгоизма герой теряет друзей и любимую девушку. Оставшись в одиночестве, молодой человек создает им универсальную замену друга медвежонка Тедди. Для начала посмотрим, что у тебя с памятью. Маленький плюшевый медвежонок растет не только физически, но и интеллектуально. Игрушка, превращаясь в монстра, приводит своего создателя к трагическому финалу. Получился настоящий триллер с элементами комедии. Именно то, что так любит современная молодежь. Я не хотел насилия! Тебе нужна была она только для наслаждений. Я тебе их дал. И даже больше, чем могла бы дать тебе Анна. Ты хотел жестоко наказать Бориса, он наказан, что не так? В ростовой кукле медвежонка Тедди находится Юлия Ларичкина. В таком костюме выдержать полчаса под светом софитов очень тяжело, признается актриса. К слову, и маленького медвежонка тоже играет она. И у этой куклы есть свои особенности. Пока ты не найдешь общего языка с куклой, пока она не станет тобой, пока ты не станешь ей в первую очередь, ничего не получится. Подростки с интересом наблюдают за происходящим. Даже новостную ленту соцсетей не листают. Они поняли главную идею постановки. Без компьютера и интернета в современном мире никуда. Но нельзя, чтобы виртуальная реальность заменяла живое общение. Человек заражается интернетом, виртуальной реальностью, и весь погружается там. И в реальной жизни ничего не делает. Я больше за здоровый образ жизни и за спортивные игры. Спектакль «Тедди» планируют поставить в репертуар. И хотя возрастное ограничение постановки 16+, посмотреть его может и 14-летний ребенок, но в сопровождении взрослого. Никита Каргаев, Алексей Дудин, Егор Хрыбко, 6 канал.